Sveiki, eterija laida Apulsas. Šiomis dienomis Alitoje savo šeimą lanko Ukrainos karo gydytojas Aleksėjus Titovas. Mūsų prasidėjus karui šeima tapo, na, tarsi žmona kardiologija, pradėjo dirbti Alitaus ligoninėje, išvyko su vaikais gyventi Alitų, na, o vyras fronte. E, gydo sužeistuosius. Pavyko jam gauti 10 dienų poliso aplankyti savo šeimą, tad jis lankosi Lietuvoje, apsilankė ir mūsų studijoje, na ir šiek tiek mums padės versti apie išblaškytą karo šeimą, apie frontą iš rusų kalbos, dydų trenerį Zenius Vencevičius, sveiki, į Privietvam. Sveiki. Sveiki. E, taip, tai ir Zeniau, jūs mums padėsite tiesiog ir klausimus išversti. Tai pirmasis klausimas natūralu karo gydytojai būtų, e, na, tiesiog apie išblaškytą šeimą. Kaip jam pavyko atvykti iš Ukrainos, iš karo zonos, iš fronto, aplankyti šeimos savo žmonos ir vaikų? Alexiai, tai вот повезло приехать, вот и насколько сколько да. будешь здесь? Я здесь уехал в отпуск, то есть каждому военнослужащему, если ему, кажется, он идет в отпуск и хочет навестить свою родню, своих близких, или просто отдохнуть, разрешен выезд в страны ну, Европы и другие страны. Поэтому, собственно говоря, на 10 дней у нас дается нам отпуск. И вот написал я рапорт, на основе которого поехал и навестил свою семью. И, как говорится, плюс к этому психологический отдых, разгрузка, психологическая разгрузка. <реку> <реку> и Шверский-то. Усидир и Йос, kurie frontikarė dalyvauja, jam leidžiama išvažiuoti į Europos Sąjungos valstybės, paprašė šeimą visą čia, kad tik prasidėjo karas, šeima atvažiavo pas mus į elitų, nors dabar na, alanko ar iš kitos pusės, psichologiškai jam labai yra gera čia. Taip, ir manau pagrindinis klausimas, kuris ir domina žiūrovus, karo mes matome per televiziją. Tačiau šis žmogus jį mato kiekvieną dieną iš arti. Tiesiog, kiek galima apie frontą, kad jis papasakotų, kas ten vyksta, kokio lygio sužaidimai, kaip jis gelbsti tuos karius, kurie gina savo tėvynę. совсем, ты на, сам работаешь на этом фронте, расскажи, что такие новости, которые мы даже и не знаем. Ну я тоже смотрю литовские новости, моя жена обучается литовскому языку и смотрит, да, я с ней тоже смотрю. Очень объективно новости, которые происходят в Украине, показывают по литовскому телевидению в литовских новостях и единственное что конечно нельзя показать это вот боль и страдания людей которые постоянно находятся под обстрелами на войне но это можно только почувствовать передать через телевидение ну это очень сложно очень сложно ну рассказать так и не расскажешь не передать словами дай бог чтобы литва литовская народ не видел это этих всех ужасов чтобы вы жили спокойно так как вы живете радовались жизни в своей стране на своей земле мясо литовская матом который и объективе parodo vis va, tas žinias, kaip ten viskas yra. Nu, Jūs viską matot, viską žinot, bet to jausmo, kurį išgyvena, tu praktiškai neįmanoma nupasakot. Taip, ko labiausiai trūksta fronte, sakykime, medikams? Čia buvo čia nihvatai. Фронте медиков. Не хватает. Сейчас у нас по медицинскому обеспечению, по медикаментам, перевязочным материалам есть все. Есть и оборудование, есть и медикаменты. Много в начале войны было помощи волонтерской, которая привозили но она даже была избыточна, потому что наше министерство обороны оно практически полностью, ну не практически, а полностью обеспечивает э, наша наши потребности. То, что нужно, мы получаем без задержки практически постоянно. Что нужно? Ну что нужно, в принципе, по нам ведь помощь оказывается и странами Евросоюза, и Америкой и другими странами. То есть идет помощь, идет спасибо за помощь, и моральная помощь идет. То есть поддержка очень важна, когда даже здесь вот я был в Вильнюсе, и в Алитусе, и везде висят украинские флаги, и ну, это просто вот радует и вселяет уверенность, что мы не одни, и мы сможем победить. pagalbos visą laiką buvo, pradžio buvo sunkiau, dabar tos pagalbos eina, eina, mes viską gaunam, labai esame dėkingi, Lietuvai dėkingi ir labai didelis yra visas pagalbos ir psichologinis pagalbos, mes matom kaip šitas visur Ukrainos vėliavos, šitas kabo. Nu, o každom kastolė, o tam litusi, každom kastolė vėsi Ukrainskie flagai. Malonu, kada ir bažnyčiose kabo ukrainiečių svėliavos, tai juos tas irgi labai, kada pamatau, juos labai šildo. Taip, Dzukai, ALYTIškai tikrai labai dosnus. Tiek rūbų, tiek maisto, ta vadinamoji humanitarinė parama tikrai buvo ir yra renkama, skiriama, kiek jiems tai reiškia, ne tik gauti rūbų, bet apskritai, kad žmonės dalyjasi ir atjaučia dėl karo. PAMAGAUS nu, AUTIKUS, LITVA PAMAGAUT ANAS regionų DZUKYJUS ARYTUS, nu, O čia čia buvo čia pomagausiems. тем вот средние люди помогают, но вы, наверное, все это э, чувствуете. Да. И Эй. здесь вот пункт, Алитусе тоже есть, да, который теперь остался в Литве только один пункт, который mm -hmm. приезжает сначала Алитуса. Э, раньше тогда было и комнате и другие там, это теперь остался один, один пункт. Как их? Taip, ir klausime tiesiog, kaip jie vertina tą paramą ir mūsų džukų, kad tikrai mes atjaučiame. Kiek jiems tai yra svarbu? Man nu vien vadėtų pamus. O čia važna? O čia važna, kaip jaučiutė. O čia važna, pumaš važna ne tolkiam dupusiam medikamentam. Ну, допустим, автомобили тоже, потому что постоянно идут обстрелы, они выходят из строя, и передвигаться там военным нашим, ну, я не имею в виду медицинские, даже просто автомобили обычные, какие-то нужны небольшие такие ну, джипы, да, бусы, вот то, что нужно, необходимо, и тоже это идет, и волонтеры покупают и, из стран Балтии, из Литвы, из Эстонии, из Латвии тоже все это приходят с номерами, мы же видим, номера литовские, эстонские, польские, вот поэтому помощь чувствуется, помощь чувствуется. Поголовность везде очень чувствуется, очень Вертина, и многое необходимое, и вот с машинами, ну моя команда 6 раз и 4 или 5 машин отправили, подарили kad, na, nu, ka, ma, 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 e, tak, e, nu, ką, mano, mano, jų sportsmenai, mano, komanda, tokie, ta, ką, žinoma, jų viską labai vertina, labai vertina ir supranta ir labai dėkingi. Taip, ir jūsų prezidentas tikrai labai viltingai visada sako, karas baigsis, tėvinė bus apginta. Ar... Tiek karo medikų, tiek tų karių, kuriuos jis, nežinau, gydo, sutinka. Ar jų tas ta viltis neblėsta, ar vis tik, vis tik kaip čia išsireikšti? Ar ta dvasia, nu tikrai dar jinai kovingai yra, ar kažkiek jau kartais ir, 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 ir nusivilė tuo ilgu, ilgas vis tiek periodas, daugiau negu metai jau karas vyksta? Vesu, prezident. Вот поднимает этот дух и мы э, чувствуем и мы верим и мы ждем э, когда вот кончится и только украинская а, победа по-другому и быть э, нельзя как этот дух как вам выдерживать вот этот дух чтобы идти до конца мы вот лично я за себя скажу что когда моя семья в в первые дни выехала вот из Харькова, и мне уже стало ну как легче, потому что мне не нужно было ну, как заботиться о них. Да? То есть я занимался своим делом. И потом, когда они уже я узнал, приехали в Литву, мне стало еще легче, потому что я был уже спокоен за них, знал, что они будут живы, и не прилетит никакая к ним там снаряд, ракета их не убьет. И вот э, у многих так тоже то есть когда ну, семи семьи уехали и мужчины остались э, вы, ну, делать свои свою работу выполнять и когда они знают что у них э, за спиной все будет хорошо, тогда это легче с этим, легче с этим заниматься своим делом и выполнять свои обязанности то есть воевать ну, многие женщины тоже ведь отправили своих детей и, У нас много врачей и женщин, тоже медсестер, которые остались, которые служат, которые, которые даже пришли и призвались уже после того, как началась вот эта активная фаза войны. Многие те, которые уже уволились когда-то, вот они пришли к нам и начали нам помогать опять. То есть, ну, друг друга ну, поддерживаем, потому что поддерживает, опять же, руководство нас поддерживает, и поддерживают нас люди. Мы же для... Когда человек, знаете, не относящийся к армии, приходит и идет защищать свою страну, это говорит о том, что это наше общее дело, и это нужно всем, всем жителям Украины. Тебе O, palaikom praktiškai ir vien kitą palaikom. Buvo ir taip, kada e, iškart į karą į frontą neėjo, bet persigalvojo ir vėliau e, pasijungė. Ir man, kaip savo šeimos, kai aš atvežiu į Lietuvą savo šeimą, man pasidarė didelis psichologinis našta, didelis krūvis, man pasidarė e, lengviau. Dabar aš ten, mano šeima čia, taip kad nu, dėkingas už, už tą pagalbas. Na ir kaip ir mato, dabar nežinau, tą gyvenimą karo gydytojas, jo žmona čia apskritis lygoninėje, Litoje kardiologija, jis karo gydytojas, jūsų sūnus du berots, jūs kaip džiudo treneris treniruojate taip. Какие мато талеко интервала, когда я прогнозую, а как это шимовелгали из друге гвинты? Какие прогнозы, когда вы вместе? Когда мы встретимся да, опять? Да. Hmm. Ну, будем надеяться, что в этом году уже мы победим. Я так не могу знать, какие планы у высшего руководства Украины. Но я надеюсь, что уже это все будет в ближайшее время, что мы наконец-то сможем жить так же, как жили. Но для этого мы должны победить. И должны мы победить при помощи всех тех, кто нам помогает, при помощи литовской страны, при помощи других стран. Без этого, к сожалению, мы не сможем. Поэтому я вот еще раз говорю что большое спасибо, большое спасибо вам в первую очередь, потому что вы знаете, что такое Россия, вы знаете, как, э, что ждать от этой страны. Вот, допустим, балтийские страны, Польша, те, которые все это дело прошли, прожили, вы сразу все понимаете, вам не нужно объяснять что такое российская агрессия. К сожалению, <класс> другим странам, возможно, и приходится понять или время для того, чтобы понять, что доверять России нельзя. Это просто вот спятивший какой-то убийца, который будет идти, пока не уничтожит нас полностью. Поэтому мы должны и уничтожить его, и тогда мы будем все жить счастливо вместе и, может быть, вспоминать с радостью то, что мы познакомились. O blagareitėms abitėms. Mes e, kariausim, mums labai svarbu tas visas pagalbas, mes jas labai gerai jaučiam, viskas ir apie tai galvojam, kad jau šiemet turėtų, turėtų pasibaigti šitas, aišku, kitos. Tai valstybės, kurios nepaimtė ne tokį pabaltis, kaip daugiausia padeda Lenkija, kitoms sunkiau suprasti, jom reikia kažkokio laiko atstumo, kas suprastų tą situaciją ir paskui jo jau galbūt padėtų. Taip kad labai dėkojom už visas pagalbas ir gyvenam su, su viltim su viltimi, kad šiais metais karas baigsis. Tai kągi, aš labai dėkoju, kad atvykote į Litus Plus studiją. Ačiū Jums, karo gydytojui, kad, kad, kad slaugote, operuojate, gydote sužeistuosius. Dėkui. Dėkui. Ačiū, pana Zeniau, kad, kad pavertėjote, kad treniruojate mūsų jaunąją kartą, o mes su žiūrovais atsisveikiname su die.